Всем привет! Хочу сделать свой прогноз на матч Лиги Чемпионов между Атлетико Мадрид и Байер Ливеркузен. Ну что можно сказать о командах? Ну, конечно, Атлетико Мадрид намного сильнее. У Байера сейчас какие-то проблемы. Они даже Локомотивы дома проиграли. Ну, Ювентусы проиграли. У них 0 очков. Ну, как катастрофа. Может, когда Атлетико Мадрид сначала сыграл в ничью 0-0 дома с Ювентусом, а потом обыграл Локомотив на выезде 2-0. Ну, можно сказать, разъебал. Что там Локомотив, вернее, Атлетико Мадрид был намного сильнее. Ну, тут, безусловно, Атлетико Мадрид, наверное, главный фаворит. На победу Атлетико 1-6 дают. Ну, в принципе, кто хочет, может взять. Потому что я уверен, что Атлетико Мадрид там выиграет дома у себя, да? Байер мне не нравится. Мне откровенно не нравится. И больше всего мне не понравился с Локомотивом. А с Ювентусом они просто просрали так конкретно. Вот. Ну, что тут может взять? Ну, можно, конечно, индивидуальный тотал Атлетико Мадрид взять больше полутора. Больше полутора дают. Больше одного там очень низкий коэффициент, но больше полутора тоже очень маленький. Вот. Тут на голы сложно ставить. Да и Атлетико Мадрид, она такая непонятная сейчас команда. Пока команда еще строится, еще ничего не понятно. Что я на этот матч хочу взять? Ну, и что мне на этом матче понравилось? Я посмотрел статистику, мне понравилось количество офсайдов. Обе команды, в матчах обеих команд очень много офсайдов. Вот статистика, вы сами все видите, да. И у Байера тоже очень много офсайдов, и у Атлетико Мадрид. Ну, Атлетико Мадрид, в принципе, они играют на грани офсайдов. Они всегда так играли, да, забросы делали. Да и сами, блядь, линию держали очень хорошо, у них защитники хорошие. Вот, и аналогично и по Байеру, да, у Байера, как видите, тоже много офсайдов. До офсайдов дали 3,5. Офсайдов дали 3,5. Я считаю, что это вполне проходимая цифра. И еще нужно учитывать то, что будет работать ВАР. На всех матчах Лиги Чемпионов он работает. И если там какой-то гол забьют, да, его будут рассматривать. Если там миллиметровый офсайд будет, то гол отменят из-за офсайда. А офсайд засчитает там как офицер, ну, как... Ну, вот, условно говоря, к счетчику офсайда добавят один офсайд. Вот. Поэтому то, что работает ВАР, это еще плюс к нашим офсайдам, да. Вот. Поэтому моя ставка на этот матч, количество офсайдов больше 3,5 за коэффициент 1,85. Эту ставку я нашел в Бет-Сити, я думаю, в Фунт-Бете тоже будет для 3,5. Так что, ну, примерно вот, так, вот такие прогнозы, вот такая моя ставка на этот матч. Матч начнется, по-моему, в 22:00. Повторяю свой ставку, количество офсайдов больше 3,5 за коэффициент 1,85. Смотрим футбол и, конечно же, болеем за свои команды. Всем пока!